в больницу на носилках. Именно так жители села Хушет Цумадинского района несколько часов несли беременную женщину, которой открылось кровотечение. Высокогорный аул на границе с Грузией связан с цивилизацией лишь узкой тропой, непригодной для движения автомобилей. В зимний период сходят снежные лавины, и дорога затягивается льдом. До больницы райцентра Агвали 10 километров, поэтому жители села обычно идут от 10 до 15 человек и несут носилки поочередно до ближайшей дороги, куда может подъехать машина. На этот раз все обошлось. Женщину вовремя доставили в больницу.